Switches around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside this head, Вот, расскажи, пожалуйста, первое, куда ты падал, сколько там было игроков, как тебя контестили, как вообще был ход игры, и какую тактику ты выбирала, за счет чего выбирала? Ну, я падал в мегамол, со мной падало 6 человек, я лутал к крайней дома и просто уходил в блоки. Говорю, какая у тебя тактика была? Ну, я просто играл сейвовый, я пытался дожить до лейта и там уже выбивать пилот. За счет чего набрал очки больше всего? Из-за одной игры, где я жил до лейта, на топ-9, и там, по-моему, 6 или 7 килограмм сделал. Как думаешь, что не получилось? Ну... Что стало такой главной неудачей, из-за чего не получилось больше? Ну, мне кажется, это из-за того, что у меня после каждой игры не было лута. У меня просто не было ни одного мувмента. Ну, у меня не было запасного хила никогда. Две игры у меня не было. То есть если получал дамаг, то все уже ничего не мог делать. Мне очень сложно было кого-то убить, потому что у всех есть что-то, чтобы сбежать от меня. Я не могу просто игнорировать. В первой и второй игре я падал на помойке, и у меня был плохой лут. Потом я понял, что это не вариант, начал падать обычные пальмы. Там было по 2 человека, 4 катки подряд их всех убил. Вот. Потом 3 игры мне просто не везло зоны, и у меня не было мувмента, а в последней игре. Когда я уже понял, что типа, если я не сделаю сейчас киллов там 6-7 и хороший плейсмент, то я уже не выйду в топ-20. Я сделал уже 3 килла. Это я уже убил в пальмах людей, уже в колких, уже почти что лейт. У меня 6 импульсов, 4-6 госбомб. Все хорошо. Фулл хп, 6 миников. 2 джампада еще, кстати, было. И мне просто подходит, и я альт F4 нажимаю. Без объяснения, типа, причины или склады и так далее. Просто альт-4. Я посмотрел на Вексе, который уже умер. Они решили, что я подглядываю за игрой. Понял. А в целом, по всем остальным играм, что можно сказать? Просто безумно лагало. Просто сервера были такие себе. Но по FPS было более-менее нормально. Сервера лагали чаще с самого начала игры. Все хорошо, блин, все успокоились, местом недовольны, но будем работать, и все будет лучше в следующий раз, обещаем. У нас есть уже некие мысли, и я думаю, у нас есть лишь шансы улучшить как-то тренировочный, точнее не как-то, а есть возможность улучшить тренировочный процесс, и постараемся это сделать. Все, пока мы летим на шаттл. Все, пацаны, пока. No, this is JFK, that's new.